14 января в Магадане 56-летний водитель автомобиля УАЗ сбил троих детей, потерпевшим 12 и 13 лет. Авария произошла по улице Парковой. Девочки шли через дорогу по пешеходному переходу. Водитель наехал на них, после чего скрылся с места происшествия. В результате ДТП дети получили синяки и ушибы. Две девочки были доставлены в медицинское учреждение, а третья уже обратилась за помощью самостоятельно после происшествия. Впоследствии личность водителя дорожной аварии установлена сотрудниками госавтоинспекции. И процессуальное решение будет принято после того, как сотрудники полиции выяснят все обстоятельства произошедшего. Сотрудники госавтоинспекции напоминают, за то, что водитель скрылся с места ДТП, участником которого он стал, предусмотрена ответственность. Это либо лишение прав сроком от 1 до 1,5 лет, либо административный арест до 15 суток.